Все началось 25 лет назад, когда отравление воздуха достигло предельных показателей и почти уничтожило часть мира, другая едва выжила. Простое действие дыхания стало почти нереальным. Как всегда, мир умирал медленно. Я выбрал самолечение, позволяю себе плыть по течению. Меня зовут Мона Лиза. Да, как известная картина. Сейчас 2050 год, и Земля — это преисподняя. Я — астронавт, поддерживающий себя наркотиками. Меня пугает будущее. И только оранжевая сфера знает путь. Я точно не знаю.